Всем хай! С вами я, Нолди, и сегодня мы играем с вами в Субнатику Below Zero. Да, пришел этот момент. И наконец-таки я вернулся в Субнатику, и я снова в нее ныряю. Что ж, не буду тянуть, а мы начнем. За спидранем Субнатику. Зная себя, думаю, выживания нам вполне хватит. Что ж, дышим. Нолди, ты умеешь выживать в таких ситуациях? Все будет нормально. Что ж, кажется, началось, да. Для приложения жмите любую кнопку. Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Ну что ж, в общем, сейчас начнется у нас эвакуация. Садимся в кресло. Сейчас, по идее, наш корабль должен оторваться от основного корабля, и мы полетим вниз, да. Он сейчас там рванет. Да, ой, спойлеры. Так, мы падаем вниз. Интересно, что сейчас будет? О! Фигня оторвалась. Если я не ошибаюсь, что какая-то фигня, это должна мне в бошку дать. Походу, тут эта пластина сейчас... Что случилось? Почему мне так башка болит? Давай, ты... робот-механизм, открывайся. А. Что? Пожар? Откуда он тут? А интересно, что будет, если я не буду его тушить? Не, надо потушить все-таки, я думаю, да. Вот незадача, еще ковидом заболел. Тук-тук-тук, есть кто дома? Загрузка в аварийном режиме. На таком современном планшете такая старая музыка. Можно было что-нибудь более современное найти, наверное. Сохраните. Для начала нам нужно сделать такую штуку, мире, как ремонтный, пожалуйста, набор. Точнее, ремонтный механизм, как это называется. Ремонтный инструмент, удачи. Вот, да. Для этого нам надо силиконовая резина, пещерная сера и титан. Ну что ж, погнали. Открываем непонятный люк. Ну? Рыбки, я иду к вам. О, какая вода здесь. Ну что ж, мир... Какой он огромный. Я иду к тебе. Играл пару лет в эту игру назад. Графика прям заметно лучше стала. Это очень хорошо. Игра развивается, а это самое главное. О, кого-то я тут вижу. Мои старые знакомые. Ты, рыб-пузырь. Теперь я буду постоянно душить тебя и выпускать пар на тебе. Без тебя было так хорошо, но зачем ты опять вернулся к нам? Пузырь, я буду смотреть на всех надменно. Ну и на тебя тоже. О, я вижу лес сталкеров, а это значит что? Что там будут прекрасные такие, знаете, золотые яички, да. При помощи которых смогу сделать тебе прекраснейший омлетик на ужин. Ну, конечно, нет. Тут такие, знаете, будут колокольчики висеть. Они мне понадобятся, чтобы сделать резину. Вон они, висят уже, да. Тут главное быть аккуратненьким. Тут могут быть такие твари, что возьмут тебя, в тиски зажмут и все. Отлично, мы это собрали. О, Гарри, так я ж тебя искал, ты мой дружочек, иди ко мне. Муа, муа. Фу, гадость какая, Нолди, что ты опять тут забыл, тебя уже весь океан знает. Гарри, да ты не кипишись, у меня все под контролем. Нам всего лишь надо работать с тобой вместе, и тогда пузыри узнают, кто на самом деле тут хозяин семи морей. Буль-буль-буль, заманчивое предложение. И какой план? План элементарен, начнем мы все с добычи руды. Я уже вырос из всяких таких озвучиваний всяких рыбок. Только серьезные летсплеи. Только юморные, качественные, профессиональные видео. Лестница. Хм. О, птички мои дорогие, я вас помню. Сантьяго. Знаменитый корабль Аврора. Оу. Кому это я? Нож, силиконовая резина и титан. Давайте его сделаем. Отлично. Теперь рыба-вода, просто вода. Ну что, Гарри, теперь нам нужна сера. Может, ты пойдешь один, а я подожду тут, на поверхности? Ну уж нет, Гарри, сейчас тебя отпустишь, а ты куда-нибудь уплывешь. Надеюсь, тут не будет подводных бомб. А? Что? А? Уйди! Бомба! Нет! Нет! Фу, взорвалась. Зараза такая. Зато серу нашел. Еще сера. Думаю, пока я тут, надо бы добыть ресурсы. Что у нас тут есть? Ох, сколько камешков. Что у нас? Медь, титан, кристалл. Отлично. Тут кристаллов очень много. Вестер, уходи быстрее, нас сейчас подорвут тут. Гарри, да ты не волнуйся, все под контролем. А, черт!
После того, как все добыли, можно сделать такую штуку, как ремонтный инструмент. Да, бинго. Nice, bitch. Данный инструмент косвенным путем поможет нам выжить. Мы сможем при помощи него чинить наш корабль. Только что-то он не чинится. Наверное, вот это надо чинить, да. Вот он, все, чинится. Отлично. Смотрите, наш корабль дым всасывает. Из себя. Вот это прикол. А там же люк. Как он? Ладно, может там вентиляция какая-то есть? Где у нас лист сталкеров? У меня опять ягоды закончились. Нужно опять их добывать. Че это такое? Соберите с помощью ножа. Гарри, поцелуй. Вот они, мои желтенькие колокольчики. Надо собрать как можно больше. Про запас. Буль. Из колокольчиков делаем волокно. И делаем батареи, которые нам понадобятся для необходимых нам вещей. Для таких вещей, как инструмент под названием сканер. Да, отлично. Теперь можем исследовать. О, мои любимые липучки, вот они вы. Иди сюда, иди сюда. Я вас так обожаю, сейчас с вами такое буду вытворять тут. И ты иди сюда. Сможешь удержать? Качай свою мышцу. Ну что ж, Картофан, вот твоя судьба пришла к тебе. Лови резинку. Натяни себе резинку. На, еще резинку. Ух, меня толкнул он как. Слава богу, не попал в меня своей жижей этой. Он там зажигает, я смотрю. Его эти резинки так там... Он полетел. Гарри, нет, я не хотел тебя так убивать. Прости меня, Гарри, нет. Я буду тебя помнить. Нельзя предаваться горю. Надо собирать ресурсы дальше. Иначе мы не сможем построить наше бомбоубежище под водой. Вижу какую-то коробочку, интересно, что там. Это глайдер. Это очень круто. Если я его сделаю, я смогу передвигаться по морю просто как какая-то, не знаю, турборыба. Разумеется, теперь мы можем спокойно сделать глайдер. Да, это идеальная штука для путешествий. Морской глайдер позволит вам исследовать удаленные регионы. Запасайте провианты и питьевую воду для долгих путешествий. И всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайших спасательной капсулы или живого модуля. О да, вы только посмотрите на моего красавца. Я теперь просто как турбо-рыбка плаваю. Знаете, такие есть креветки, которые моментально развивают большую скорость. Но я теперь как они. Просто. Я теперь могу угнать от любой опасности, да. Теперь можно и отправляться в глубины моря, к самому морскому дьяволу. Серебра, это важный вот компонент черт. Многих электрических... Опасность! Дай сало! Где сало? Чух, сенсор, какое сало? Отстань от меня! Я тебе не сало! Так, о, мое первое золото! Отлично! Теперь хотя бы смогу обвешаться, знаете, там, золотыми цепями со всех сторон. Буду в воде плавать, у меня все будет блестеть, буду как блесенка прям. Плываем в клоаку дьявола. Я слышу кое-что плохое. Уходим, быстро. Нет, я хочу залутаться. Черт. Я сдох. Вот моя первая смерть. Да, такое бывает тоже. Ну что ж, думал найти свое тело погибшее, но в итоге я нашел какой-то космический корабль. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. У него всего лишь тут какой-то фрагмент лазерного резака был. Ну что ж, пойдет. Синтезированный чертеж. Лазерный резак. Рагнарёк настанет 9, через 9, 5, 4, 3, 2, 1. Суртур восстал. Еда. Мясо. Что? Гарри, не может быть! Ты жив! Ну как так? Нулди, ты меня достал! Ты знаешь, через что я прошел вообще там у тебя в животе? Да ладно тебе, с кем не бывает! Ну, понимаю, да, прошел через живот. Иди сюда, я лучше тебя поцелую. Муа. Муа. Лучше бы я остался там, где ты меня нашел. А, жопа горит! Потушите мою жопу! Жопа горит! Потушите! Так, ну, после поджаренной попки мы теперь должны сделать комплект проводов. Да.
И теперь, наконец-таки, мы имеем доступ сделать наш строитель. Да, отлично, просто. Сейчас я замучу такую нам базу с ним. Полагаю, что в этом месте база будет у нас идеально смотреться, да. С видом на толстяка и близко к поверхности в случае, если надо будет всплыть. Интересно, я быстро пройду вообще эту игру, либо нет? Нет, конечно. Ставим люк. Что? Я не могу поставить, нет. Мне не хватает кварца. Надо добыть больше кварца. Люк, оп-оп, появись. Я вошел в него. Разумеется, нам нужна электроэнергия. Думаю, солнечная панель нам вполне зайдет. Вот сюда ее поставим, и мы ее сделаем сейчас. Осталось добыть медную руду. Она у меня есть на базе. Буль-буль. И наконец-таки достраиваем нашу солнечную панель. Да. После чего ставим шкаф, чтобы хранить вещи, прямо, можно сказать, боингами. И ставим наш сборщик, который будет развить нам ресурсы. Да, отлично.